Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Наталья. Я рада приветствовать вас на нашей сессии, которая посвящена, на мой взгляд, одной из актуальнейших тем на сегодняшний день – это этнокультурный туризм. Этнокультурный туризм на Дальнем Востоке и Арктике как новый вектор развития. На самом деле этнокультурный туризм – это тренд, который с каждым днем набирает популярности все больше и больше. И уставшие от погони за материальными благами, нам все важнее найти истинные ценности, прикоснуться к истокам, найти новые смыслы, а самое главное – найти эти возможности, чтобы в себе эти смыслы раскрыть. И открываем эти смыслы мы в соприкосновении с традиционной культурой, попадая в гости к нашим народам, знакомясь с их культурой, к людям, которые так бережно относятся к своей культуре, передают ее из поколения в поколение и трепетно оберегают от агрессивного воздействия современного времени. Сегодня мы поговорим с вами, уважаемые коллеги, об этнокультурном туризме и о том, как, с одной стороны, этот ярко проявленный тренд учесть, как задать новые импульс развития туризма в арктической зоне, как найти эту новую траекторию для бизнеса, а с другой стороны, как нивелировать эти агрессивные последствия для культуры народов, населяющих арктическую зону Российской Федерации. Как нам найти этот баланс? И сегодняшняя наша беседа будет посвящена этим невероятно актуальным вопросам. Сегодня своим видением, своим опытом с нами поделятся наши гости. Дмитрий Литковский, генеральный директор ОНО «Аналитический центр Государственной комиссии по развитию Арктики». Игорь Соболев, первый заместитель генерального директора президентского фонда культурных инициатив. Пьер Кристиан Браше, путешественник, кинопродюсер, коллекционер, куратор программы «Современное искусство», телеведущий канала «Россия Культура». Ксения Григорьева, аналитик и менеджер проекта «Этноарктика». Александр Лукоянов, директор компании «Сетевые исследования». Варвара Сажина, географ, социолог, доцент факультета государственного управления Московского государственного университета. Ну а также, куда мы без наших ключевых игроков туристического рынка, это наши многоуважаемые туроператоры. На онлайн-подключении с нами будет Дельфира Махмутова, директор Discovery Ямал. Анастасия Семашкина будет с нами в зале, директор питомника ездовых собак «Снежные псы», и Анфиса Бразолук. Ну а модерировать сессию буду я, меня зовут Наталья, я являюсь руководителем проекта акселератора этнокультурных туристских продуктов «Этноарктика», и хотелось бы эту сессию начать со слов благодарности нашим партнерам, которые сопровождают нас и поддерживают наши инициативы в части развития Арктики. Это ОНО, Аналитический центр Государственной комиссии по развитию Арктики. Дмитрий, первый свой вопрос я хотела бы адресовать вам. Сегодня мы видим невероятный интерес к арктической территории, к развитию арктической территории. Скажите, пожалуйста, вот с позиции стратегии развития Арктики, какую роль занимает туризм в целом и этнокультурный туризм в частности? Добрый день, коллеги. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики уделяет особое внимание проектам, связанным с туризмом, с туристической индустрией, понимая, что это очень важно для развития арктических регионов, это возможность вовлечь малый бизнес, жителей в экономику и придать импульс развития регионам. С 2020 года в Арктике действуют меры поддержки предпринимателей, установленные федеральным законом. Уже большое количество компаний получили резидентский статус, и, как вчера отмечалось, более 20% резидентов – это компании, работающие в области туризма. И это хороший результат. Мы думаем, что количество будет еще увеличиваться. Партнером министерства по
по реализации туристических проектов, по их поддержке, выступает компания «Норникель». Значит, мы получили грант от «Норникеля» и реализуем некоторые туристические проекты, направленные на развитие туриндустрии. В том числе, вот один из них – это как раз этноакселератор. В министерстве для экспертизы таких проектов сформирован экспертный совет, составленный из ведущих представителей отрасли и региональных представителей. И задача этого совета – это как раз экспертиза результатов проектов, в том числе оценка качества сформированных продуктов. Я бы еще хотел отметить, что в 2021-2023 году Россия председательствует в Арктическом совете. И проводится большое количество мероприятий совместно с фондом «Росконгресс» в рамках председательства в Арктическом совете, направленных на поддержку науки, технологии и в том числе, конечно же, на поддержку культурных проектов, связанных с традиционным укладом коренных народов Арктического региона и Дальнего Востока в том числе. Это очень важная и деликатная тема. И очень хорошо, что у нас есть возможность вот такой дискуссии, обсуждения и выработки общей позиции. И я очень надеюсь, что вот это мероприятие наше сегодняшнее поспособствует успешной реализации таких проектов. Спасибо, Дмитрий. Вы упомянули о том, что разработана целая карта различных мероприятий, которые посвящены различным актуальным вопросам развития Арктики. И это участие в таких мероприятиях крайне важно для муниципальных районов арктической зоны. Я думаю, что каждый из них хотел бы поближе познакомиться с этими мероприятиями, где мы можем посмотреть вообще этот план, насколько он доступен. У нас с 2020 года разработан и действует портал по поддержке предпринимателей Arctic Russia, мультиязычный, он на двух языках, на английском и на русском. И задача этого портала – информировать широкую общественность, заинтересованную в развитии тех или иных проектов, о том, что происходит, о том, какие меры поддержки оказываются. Там у нас реализован единое окно для подачи документов на резидентство в арктической зоне. И один из наиболее интересных разделов – это раздел, касающийся туризма. Там всегда есть самая актуальная, самая свежая информация. Поэтому вот такой механизм, такой инструмент есть для информирования всех заинтересованных. Да, спасибо, Дмитрий. Ну что же, уважаемые коллеги, теперь мы знаем, где подсмотреть актуальную для нас информацию. Ну а вам удачи в ваших инициативах. Я думаю, что совместными усилиями мы добьемся невероятных успехов в развитии, в том числе и туризма в Арктике. Спасибо. Совместными усилиями добьемся обязательно. Действительно, роль туризма нельзя недооценивать. Но когда мы говорим про этнокультурный туризм, здесь на первый план выходит, конечно, национальная культура. И сегодня, насколько нам известно, огромное количество инициатив реализуется и инициируется как сообществами, бизнес-сообществами и нашими общественниками. Люди ищут возможность в реализации таких проектов, это не может не радовать. Скажите, пожалуйста, Игорь, у вас просто невероятный бэкграунд и компетенции в части того, какие проекты мы сегодня получаем, какие проекты получают поддержку, с какими трудностями сталкиваются заявители, когда пытаются получить такую поддержку. И второй мой такой вопрос. Как вы видите связь туризма с теми проектами, которые получают поддержку от президентского фонда культурных инициатив? Здравствуйте, уважаемые участники форума. Мне приятно здесь находиться. Я, в отличие от нашего генерального директора, проведшего многие годы на Дальнем Востоке и несколько лет здесь, в Камчатском крае, я здесь впервые.
И мне невероятно приятно видеть участников нашего конкурса. И вчера во время встречи с грантополучателями Камчатского края, и сегодня я вижу, даже на сцене присутствуют некоторые наши грантополучатели. И проекты, которые получает фонд, он пока подвел итоги только своего первого конкурса. Второй конкурс сейчас в работе, проекты находятся на экспертизе, и итоги будут подведены к концу марта. Я бы хотел сказать о том, что вот даже на территории Камчатского края здесь 9 проектов победителей. Вчера, кстати, звучало такое сожаление от министра культуры края о том, что всего 3% запрошенных средств были получены. И это, ну, казалось, что это низкая цифра. Я бы хотел сказать, что это совсем не низкая цифра. Это цифра абсолютно среднероссийская, поскольку было подано у нас 12 тысяч проектов на первый конкурс на общую сумму 84 миллиарда рублей. А фонд располагает всего 3 в прошлом году, 8 в этом. И 3%, 3 миллиарда – это как раз тоже 3% от запрошенных средств. Поэтому здесь Камчатский край абсолютно на общероссийском уровне. А с учетом того, что многие регионы, здесь Москва и Питер, которые славятся многообразием культуры, наличием большого числа учреждений сферы культуры, тоже вложили свой вклад, и достаточно серьезный, и они, конечно, опередили по этому проценту полученных средств Камчатский край, но Камчатский край находится на хорошем таком вот уровне, который позволяет рассчитывать и на дальнейшие успехи в нашем конкурсе. И, кстати, из 9 проектов победителей практически каждый так или иначе вносит вклад не только в развитие культуры, поддержку традиционных и где-то и промыслов, где-то и событий, сферы культуры, связанные с коренными малочисленными народами. Но и даже, вот, казалось бы, такой проект, который, наверное, можно считать далеким от этнотуризма, уж по крайней мере, но точно закладывает основу, которая позволит со временем расти, развиваться и, может быть, создавать точки, которые станут точками роста и привлечения внимания туристов. Ну, например, да, вот проект, который связан с обменом опытом учреждений культуры в сфере развития сельских домов культуры в крае. Да, казалось бы, ну, вроде что-то такое. Но точно, что это появится досуг, дополнительные новые проекты, обмен опытом, появятся мастер-классы, которые вырастут затем. Мастер-классы, значит, что такое мастер-классы? Это значит конкретно результаты этих мастер-классов. Кто-то добьется выдающихся, может быть, со временем результатов из участников, из детей, из подростков, из взрослых, которые вдруг раскроют себя и получат возможность самореализоваться в новом для себя деле. А это значит, что это возможность проведения выставки. А выставка – это может стать частью фестиваля, а фестиваль может стать традиционным, а он может обрести международный масштаб и так далее. И мы такие проекты видим, например, фестиваль, международный кинофестиваль искусства кино «Золотой ворон» на Чукотке, который становится сильнее и сильнее год от года. Он не получал поддержку в прошлом от президентского фонда культурных инициатив, но стал победителем прошлого года. И с возможностью реализации этой поддержки от фонда развивается и обретает новых участников с фильмами из других регионов Арктики и возможность реализации своих мероприятий в этих регионах как часть целой большой фестивальной программы. Поэтому мне хотелось бы повторить тезис, который мы вчера говорили на встрече с нашими грантополучателями. Важно не опускать руки. Те, кто проявил инициативу и попытался сформировать свой проект, подать его на поддержку фонда, нужно не опускать руки, участвовать в следующем конкурсе, и в следующем конкурсе, и в следующем. Мы, как и наш учредитель, фонд президентских грантов, будем вести такую статистику, а фонд президентских грантов ведет каждый конкурс статистику. Сколько проектов победило,
с третьей попытки, с четвертой, пятой, шестой, одиннадцатой и даже двенадцатой, потому что за эти пять лет состоялось 12 конкурсов фонда президентских грантов. Не опускать руки, готовить заявки, пытаться искать партнерство. Вот это как раз очень важно для развития туризма. Проекты, связанные с культурной инициативой, могут стать точкой притяжения для туризма, могут искать возможность встраивания в туристические маршруты своего события, своей мастерской, своего маршрута выходного дня, может быть, с посещением и с участием туриста или, может быть, там, межпоселкового, межрайонного туризма, да, возможность поучаствовать в мастер-классе, в обучении, возможность сделать что-то своими руками и проявить себя. Вот мне кажется, что распространение информации о проекте, если вы победили и его реализуете, дает возможность рассчитывать на партнерство и на участие в других проектах, и на пробуждение интереса к себе. Если вы не победили, не опускать руки, участвовать дальше. И если вы уже реализуете свой проект, информируете о нем. Ну, для нас, как для фонда, важно, конечно, чтобы и весь менеджмент проекта был настроен на достижение запланированного результата, ну и, соответственно, конечно, и предоставление необходимой для фонда отчетности. Для нас, как для грантодающей структуры, мы просим к этому тоже относиться с пониманием наших грантополучателей. Спасибо, Игорь. Да, на самом деле проекты, которые поддержал президентский фонд культурных инициатив. Мы имеем возможность и сегодня посмотреть, потрогать и увидеть, как это все может быть реализовано. И да, действительно, если мы на территориях сумеем сложить такую мозаику и интегрировать в канву развития туризма еще и наши общественные инициативы, культурные инициативы, то наша палитра, да, заиграет новыми красками, и вполне вероятно, мы можем выйти на новый уровень своего развития. И все же мы говорим про туризм. Туризм – это больше про экономику, а вот этнокультурный туризм, он больше про вот эти деликатные взаимосвязи, которые мы выстраиваем с местными локальными сообществами, с коренными нашими народами. Скажите, пожалуйста, Пьер, вот следующий вопрос мне хотелось задать вам. Когда мы начинаем вот это тонкое, деликатное взаимодействие с нашими народами на наших территориях, с какими вызовами мы сталкиваемся? А сегодня, когда мы говорим еще и про этнокультурный туризм, как нам выстроить это взаимодействие так, чтобы оградить наше население, локальные наши народы от такого агрессивного влияния, который иногда мы как туристы на самом деле привносим в территорию? Наташа, ну вы помните, когда мы первый раз общались две недели назад, вы мне задали вопрос, не хотите ли вы нам рассказать, что происходит в Канаде, в Исландии, в разных странах, как примеры для развития туризма, в том числе и в России. Когда мы вчера слушали наших друзей, которые рассказывали, что они мечтают поднять разных самолеты и дать возможности сюда приезжать очень много людей, мы понимаем, что ответ – это действительно может быть скопировать то, что происходит в Канаде. Да, это такие музеи под открытым небом, где может быть какая-то фольклор или а-ля фольклор там, представление, и который достаточно, отчасти относится к этнографии, но не к этнокультуре. Я бы здесь, и я вам предлагал тогда сделать так, что давайте посмотрим вообще, какая уникальность существует в России. Надо понимать, что, во-первых, что если мы возьмем территорию от Финляндии до Чукотки, живут чуть больше 23-24 разных народов. Эти народы абсолютно разные, не только по языковой семье, да, мы понимаем, что есть 4 языковые семьи, которые проживают на севере, это
русский, естественно, это индоевропейский язык, и русские живут, причем тоже, они тоже разные, поскольку есть русские, но есть разные общности, да, есть те, которые живут, есть поморы, которые живут в Архангельской области, есть мизенцы, и вот по набережной есть разные тоже общности, которые появились вот в Якутии, допустим, уже в конце 17 века. Это одна история. Вторая – есть народы алтайской языковой семьи, это якути, долганы и эвенки, эвены. Мы понимаем, что когда мы говорим о том, что есть еще народы уральского, юкагерские языковой семьи, там сами, коми, ханти, манси, ненси, энси, селькупин, ганасани, юкагири и чуванси, мы понимаем, что эти народы могут жить очень близко. Да? Вот рядом с якутами живут энси, но у них есть язык совершенно разный. И мы понимаем, что совсем на востоке есть палеоазиатские народы, которые это коряки, чукчи, и тельмены, инуиты, эскимосы, и несколько групп, которые совсем небольшие, кети, керики и юги. Юги на последнем переписи только один человек сказал, что он является юги, поэтому он живет в Тураханском районе на севере края Красноярского края. Когда мы понимаем это, я бы хотел сразу обратить внимание на то, что если развивать туризм и этнотуризм, мы должны понимать, что все эти народы имеют разные языки, раз, имеют разный образ жизни, да, не все народы севера занимаются оленеводством. Кто-то занимается охотой на оленей, кто-то занимается действительно оленеводством, а кто-то ходит верхом на оленей, как эвени, которые живут, допустим, в том числе и на Камчатке. А кто-то вообще занимается лошадьми, как и якути. Поэтому здесь нельзя сделать так, что все одинаково. Материальная жизнь, естественно, тоже очень сильно отличается. Кто-то живет в Яранге, кто-то в Чуме, кто-то еще в других местах, в других жилищах. И это очень важно понимать. Социальная структура. Здесь тоже хочу обратить ваше внимание на то, что именно у этих народов структура власти достаточно сомнительная. Мы знаем, что у многих этих народов нет иерархии, нет власти, нет шеф. Мы не можем сказать, что шаман является важным человеком. Он важный, но он не шеф. Но вот эти структуры социальные очень важны. В том числе, когда мы говорим о том, что допустим, структура семьи – это структура, которая находится у всех народов, но, извините, но на севере России тоже эта структура отец или муж и жена, она достаточно такой, ну, относительным, скажем так. Духовность говорит о том, что все северные народы там имеют отношение к шаманизму, это бред, мы это понимаем. И у каждого народа очень тонкие отношения к верованию. Кто-то имеет отношение к духам, которые могут быть человеческими, кто-то имеет особенные отношения к природным элементам, кто-то имеет отношение действительно к шаманизмам. Несколько из этих народов являются, ну, приняли христианство в 18 и в 19 веке, но это Советский Союз достаточно сильно изменил эту ситуацию, и сейчас мы увидим не возрождение, но каким-то образом новые отношения к духовности. И когда мы анализируем и попытаемся задать вопрос, как развивать
этнокультурный туризм, мы должны четко понимать вообще, что такое культура. И мне очень нравится вот это определение Мишель Фуко, который французский философ, как вам известно, который объясняет, что культура – это когда определенная группа людей в определенное время подбирает определенный набор ценностей и их иерархизирует. Когда мы это понимаем, мы понимаем, что вот этот набор ценностей может не измениться на протяжении очень много веков, но этот набор ценностей может и меняться, и иерархия этих ценностей может меняться каждое поколение. Вот это очень важно понимать, потому что мы должны сегодня, когда мы занимаемся этнокультурным туризмом, ну или этнотуризмом, мы должны понимать, каким образом дети или там, молодежь относится к своей культуре или к культуре своих предков. Я имел честь как раз общаться и путешествовать по всеми регионами севера, общаться практически со всеми представителями этих народов, и не только с стариками, но и в том числе с молодежью. И здесь ситуация, естественно, разная. Есть дети, которые говорят, я ни за что не буду жить в Москве или в каком-то городе, я хочу быть оленеводом, я хочу жить в тундре, потому что так я хочу. А есть люди, которые, наоборот, хотят просто уйти и больше не вернуться сюда. Вот этот момент, это предыдущий слайд, когда мы попытаемся разработать и заниматься развитием туризма, мы должны четко определить, с кем мы работаем, с какими народами и в каком регионе мы работаем. И вот здесь то, что я обнаружил, и что мне кажется, когда я общаюсь с людьми и с иностранцами, в том числе, поскольку часто это тематика, да, как привлекать на север иностранцев, хочу всегда обратить ваше внимание на то, что в Москве вообще живут очень много иностранцев. Это дипломаты, это люди, которые работают в разных компаниях, которые уже привыкли к там, ситуации в России, которые знают, что туалеты бывают на улицу, которые знают, что может быть и нет воды, что, ну, какие-то элементы, потому что они сами ездят вокруг Москвы и в разные области, и они знают вот эту ситуацию. И когда мы посмотрим вообще, на что мы можем упираться для того, чтобы развивать как раз этнотуризм, мы понимаем, что есть несколько пунктов, которые я здесь попытался резюмировать, что, во-первых, человек придет и будет общаться с людьми, которые имеют другие ценности, да? В том числе и вот мы как раз с Наташей обсуждали тематику уровень жизни. Уровень жизни очень такой, ну, там не то что сомнительно, но относительный очень фактор. Да? Вот, что важнее, там, получить больше там, 500 или 1000 долларов в месяц или жить с 30 долларами, которые вам позволяют все-таки быть свободным в тундре и жить, как свои предки, в гармонии с природой. Второй момент – это факт, что исторически, и вот это меня очень сильно поразило, и ну, через мои передачи на канале «Культура» и через и благодаря общению с Головнёвым Андреем Владимировичем, который директор Кунсткамеры в Санкт-Петербурге, обнаружил, что есть ощущение, что ряд народов Севера просто сознательно решили не заниматься развитием. Для любого человека западного мира это очень важный момент. Да? Мы понимаем, что мы столкнемся с людьми, которые на протяжении многих веков просто решили что, и поняли, что если они возьмут программу или систему развития, как на Западе, они гибнут. И сегодня вот в рамках как раз всех вопросов, которые есть по всему миру, про экологию, про как мы будем жить дальше и так далее. Я думаю, что это момент, который мы
должны нас очень сильно затронуть. Спасибо, потом... Пьер. У нас, к сожалению, мы очень выбиваемся из дайвинга. Вот есть вот то, что здесь на самом деле резюмировано на предыдущем, это то, что, мне кажется, на то, что можно упираться, если мы хотим действительно понимать уникальность развития туризма и туризма в России. И благодарю вас. Благодарю вас, Пьер. На самом деле этнокультурный туризм, в том числе и в Арктике, это не просто про впечатление. Мне понравилась фраза Пьера о том, что это уникальный философский опыт, который мы можем ощутить и прочувствовать, прожив через соприкосновение с другой парадигмой жизни. Нам иногда так важно открыть какие-то новые грани своей идентичности, а сделать это можно только через взаимодействие с другой культурой. И здесь на первый план выходит туристский продукт. Коллеги, я попрошу показать немножко нашу презентацию. В прошлом году совместно с ОНО «Арктический центр Арктика», мы запустили уникальный проект «Этнокультурный акселератор туристских продуктов». Я являюсь его руководителем. Это такая открытая программа интенсивного развития продуктов туристских в этнокультурной сфере. Вообще здесь, конечно, в фокусе нашего внимания было в первую очередь развитие устойчивого туризма через акселерацию туристских проектов, которых значимой частью является этнокультурная составляющая. Нашими участниками, заявителями были туроператоры этнотуризма в Арктике, этнокомплексы, коллективные средства размещения и, что самое примечательное, наши самозанятые индивидуальные предприниматели, которые реализуют свои продукты в сфере туризма. Программа акселератора состоит из 10 стратегических сессий, и при подготовке вообще этой программы мы исходили из запросов туроператоров. Для нас важно было понять, с какими барьерами они сталкиваются и какую зону развития для себя видят. Ну, собственно говоря, так и сформировали мы для себя этот набор стратегических сессий. Условные их можно разделить на два крупных блока. Первый блок, позволяющий нам задать этические рамки проектирования, и второй блок, позволяющий нам развивать бизнес-компетенции, куда входит и управление проектом, и маркетинговый, и сервис-дизайн, что сегодня крайне важно для наших предпринимателей. Кроме того, в подготовке акселератора нами разработан набор чек-листов, то есть того инструментария, которым бизнес может пользоваться в своей повседневности, позволяющий быстро провести такую самодиагностику и определить для себя те болевые точки, над которыми необходимо работать. Также мы разработали бенчмарк, да, такой анализ лучших практик, и сегодня мы его презентуем. Ну и, безусловно, менторское сопровождение, куда же без индивидуального сопровождения наших команд. Всего мы получили 75 заявок, из которых мы отобрали 22 проекта, который мы сегодня акселерируем, из 8 регионов России, и нашими участниками являются 80 человек, что не может нас не радовать. Ну, а финалисты акселератора получат маркетинговую поддержку и контент. Так вот, среди наших участников мы провели опрос для того, чтобы выявить, с какими же барьерами в развитии этнокультурного туризма в арктической зоне они сталкиваются. И здесь, посмотрите, чуть менее половины, ну, примерно 50% наших предпринимателей не знают о тех мерах поддержки или знают не все меры поддержки, которые мы реализуем в регионе. Мы ведь столько времени и сил тратим для того, чтобы каким-то образом до них довести. Нам срочно нужно менять вот эту коммуникационную политику, нам нужно взаимодействовать с бизнесом. Более интересный вариант. Посмотрите на диаграмме, какие меры необходимо предпринять в развитии туристического бизнеса в вашем регионе. Четверть отмечает, что нам нужно организовать тесное сотрудничество и совместное обсуждение с властью развития туризма в нашем регионе. То есть не все те меры поддержки, которые мы предлагаем, срабатывают на бизнес. И доступность мер поддержки у нас 20% считают, что доступны, против 20%, которые считают их абсолютно недоступным. Ну и, наверное, во внимание органам муниципальной власти, региональной власти необходимо взять вот те самые барьеры, которые отмечают наши участники этого опроса. Сегодня крайне важна поддержка в части маркетинга, крайне важна история про образование, про акселерацию проектов на региональном уровне. И сегодня
крайне важно для наших участников выстроить то самое сотрудничающее взаимодействие между органами власти, бизнесом и, как мы сегодня много об этом говорили, нашими сообществами локального населения, да, коренными малочисленными народами на территории, для того, чтобы мы правильно могли транслировать эти смыслы. На сайте ethnoarcticrush.ru вы можете более подробно ознакомиться с нашим проектом и с нашими, с работами наших участников. Ну, и я сегодня говорила о том, что мы провели бенчмаркет. Ксения, я хотела предоставить слово вам. Буквально в 3 минутах попрошу рассказать о тех инсайтах, которые вы открыли для себя, и о тех лучших практиках, которые вы выявили в процессе своего исследования. Спасибо, Наталья. Всем добрый день. В 3 минуты боюсь не уложиться, но за 10 очень постараюсь рассказать. 7. За 7. Хорошо. Так. Начнем с туризма в Арктике. В 2019 году Россия заняла 4-е место по количеству туристов в регионе. Среди арктические страны объединены в Арктический совет. И так как из 4 миллионов человек, проживающих в Арктике, практически 500 тысяч являются малочисленным коренным народом, 6 организаций коренных народов также входят в Арктический совет. Среди них есть и российская. Лидером турпотока в Российской Арктике на данный момент является Мурманская область. Следующий слайд. Как мы знаем, в Европейской Арктике проживают саамы. Российская территория уникальна, так как здесь проживают 15 коренных народов. Наша территория предлагает уникальный набор арктических впечатлений. Коротко сейчас расскажу про российский опыт. Пожалуй, одна из самых известных деревень – саамская деревня Сам-Сит в Мурманской области. Здесь предлагают экскурсионную программу, а также размещение в гостевых домах. Этнографический комплекс в Горно-Князевске предлагает туристам самостоятельно установить чум, а также приготовить и попробовать блюда национальной кухни. Отличительной особенностью является большой набор мастер-классов. Этнокультурный туризм также находит свое отражение и в событийной программе. Например, Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири». Здесь есть не только музыкальная программа, но и также ярмарка, на которой фермеры и мастера выставляют свои продукты. Уникальным примером является глобальный челлендж покорителей холода. Всего около 10 человек в год могут принять участие и совместно с учеными отправиться на поиски самых низких температур. На территориях с температурными экстремами путешественников и ученых сопровождают коренное население. Говоря о международном опыте, безусловно, международный опыт более широкий, и его отличительной характеристикой является большее вовлечение коренных народов в управление и операционную деятельность объектов туристических. Финляндия. Начнем с опыта Финляндии, где наиболее развитым туристическим регионом является Лапландия. Здесь организация по управлению дестинацией, что является аналогом туристического информационного центра в России, объединяет предложения туроператоров, которые в разрезе знакомства с саамской культурой предлагают посетить, на слайде видите, природный центр, а также центр культуры и управления. Также есть муниципалитет, где большинство жителей являются саамы, и здесь акцент ставится. Я все еще говорю про Финляндию, да, спасибо.
где акцент ставится уже не на этнокультурном продукте, а на продвижение локации в качестве кинематографической локации. Муниципалитет сотрудничает с региональным... Сейчас, секундочку. С региональной компанией по развитию кинематографии в Мапанде. Следующий слайд. Так, Ксения, спасибо огромное. На самом деле невероятное количество кейсов вам удалось обнаружить и поделиться ими с нами. Скажите, пожалуйста, вот три ключевых тезиса. А что отличает лучшие практики от тех, которые мы сегодня пока не рассматриваем в качестве лучших? Вот что самое главное? Ну, наверное, к ключевым выводам, к исследованию может служить то, что этнокультурный туризм в международной практике рассматривается не только как знакомство с культурой и традициями коренных народов, но и как участие в социально-экономическом развитии сообществ. Вот. Да. Спасибо огромное, Ксения. Вы с нашим исследованием можете познакомиться на официальном сайте акселератора. Ну, а мне хотелось бы сейчас чуть больше поговорить с нашими практиками. Сегодня об этнокультурном туризме и в Российской Арктике, и в Дальнем Востоке знают не только в России, но и во всем мире. Все это, конечно же, благодаря нашим уважаемым ключевым игрокам туристического рынка, нашим туроператорам, которые... с таким вдохновением создают эти туристские продукты, которые не могут не радовать и не создавать эти яркие эмоции и впечатления. Пожалуйста, Анфиса, расскажите о том, как вы, в двух словах, как вы интегрируете этот этнокультурный компонент в туристский продукт. Кнопочку. Угу. Добрый день, уважаемые участники форума. Этнокультурный комплекс Кайнран, Анфиса. Сколько время? Две минуты. Очень кратко. На сегодняшний день я могу сказать одно, что за 12 лет работы в этнокультурном комплексе, создавая этот продукт, увеличился поток. Это большой интерес во всем мире вызывает. Поэтому это очень радует, что создаются новые такие замечательные комплексы. Сейчас мы немножко тоже меняем направление, мы снимаем фильмы этно, и также будем представлять на фестивалях международных эти замечательные фильмы о наших местных жителях, о этно. Ну и, конечно, самая интересная часть – это наши замечательные животные, которых мы любим, которых мы также везем со всего мира. У нас есть и андалузские лошади, и фриски. Это мы все завозим по морю. Этим всем мы занимаемся, и мы это очень любим. Поэтому я думаю, когда работаем душой, и люди идут. Да, это, наверное, самый главный тезис в туризме. Сложно работать без души, и дело свое вы любите бессомненно, о чем говорят огромное количество фотографий в социальных сетях о вашем комплексе. Камчатка известна своими ездовыми собаками, и во всем мире, во всей России люди желают поучаствовать, да, в этом невероятном мероприятии. Скажите, пожалуйста, Анастасия, вот о вашем питомнике хотелось бы узнать побольше, и все же вот акцентируйте свое внимание, как вы вплетаете эти самые этнокультурные истории, этнокультурные нарративы в свой туристический продукт. Всем здравствуйте. Ну, немножко коротко свою историю расскажу. В 2007 году открылась община коренных малочисленных народов «Дети Севера». Возглавил ее Семашкин Андрей Викторович, стал председателем ее, так как имеет принадлежность, то есть от мамы он алют, да, но хотя вообще не почему «Дети Севера», потому что там были и чукчи, и коряки, и вены. Но сейчас это ведет все наша семья, и «Дети Севера», в общем-то, соответствует названию, потому что детей много, и это уже часть всего нашего общего дела, такая большая команда. На сегодняшний день мы, ну и вообще по уставной деятельности общины, мы занимаемся оленеводством, сейчас у нас 11 оленей, 130 собак ездовых, вот. Ну, это любимое дело, жизнь, наверное. Но этнография, это, ну, в общем-то, это все взаимосвязано. И собаки ездовые, это неотъемлемая часть
народов севера. Поэтому как-то так началось, что вот этот домашний музей, сейчас я уже так могу говорить, потому что за все эти года очень много собрано интересных вещей, все, что связано с народами севера. И, конечно, часть культуры, когда мы в своих программах погружаем, так скажем, гостей в местный вот этот колорит, это, конечно, ну, как-то все взаимосвязано, поэтому без этого никак, и с этого все началось, собственно. Вот, поэтому сейчас это уже такой домашний музей, где интересно побывать, и много очень одежд национальных. Ну, в основном это корякская культура сейчас так сложилась как-то, что мы ее больше представляем, вот, о ней рассказываем, поэтому каждый гость, приехав к нам, может немножко почувствовать себя аборигеном, одеть на себя все эти одежды, ну и, конечно, прокатиться на собаках. Очень скоро планируем катать еще на оленьих упряжках. Здорово. Но на самом деле... у меня прям мечта на Камчатке прокатиться на ездовых собаках. И мы хотели бы пожелать вам, уважаемые наши коллеги, удачи в реализации ваших проектов. Тем более, что мы знаем, через какие фонды теперь деньги можно привлечь и как можно выйти на международный уровень. У нас на связи по онлайн-связи должна выйти туроператор из Ямала. Discovery Ямал, пожалуйста, Зульфира. Зульфира является одним из ярких представителей туроператоров, которые работают на рынке этнокультурного туризма. Она встречает гостей со всего мира и делает огромное количество работы для развития этого направления в своем регионе. Ну и кроме того, Зульфира является еще и участником нашего акселератора. Пожалуйста, Зульфира, поделитесь с нами своим продуктом о том, как вы работаете с этнокультурной составляющей, с какими барьерами, может быть, вы сталкиваетесь? Добрый день, Наталья, добрый день все присутствующие, уважаемые коллеги. Очень приятно сегодня здесь с вами присутствовать. Интересный опыт, да, и готова поделиться своей историей, как у нас организована работа с как раз коренными народами, да. Мы принимаем туристов на Ямале и, соответственно, возим к нашим ненцам и хантам. Ну и даже коми затрагиваем периодически. Расскажу кратко про нас. Бизнес существует официально с 18 года в статусе туроператора. Сама я в туризм пришла и поняла, что это надолго, в 11 году. Можно следующий слайд. И вот те наши ценности, которые я для себя выбрала основными, для команды их также пропагандирую, представлены здесь. И на самой первой лекции акселератора, как раз на лекции Пьера, я подтвердила еще раз свое убеждение, что эти ценности выбраны абсолютно правильно, да, то есть экологичный подход и любовь к своему делу. Кратко о том, что мы делаем. Видно здесь, что этнотуры как раз-таки коренным жителям, они занимают большую часть нашей деятельности, но мы не останавливаемся, ищем развитие в других еще направлениях также. На следующие где-то лет 5-8 у нас есть такой перспективный план, когда мы планируем сделать еще больше интересных направлений на Ямал. Это экспедиционное направление, дикая природа и межрегиональные и внутрирегиональные туры. Ну и также хотелось бы среди своих компаньонов, партнеров видеть больше агентов. На сегодняшний день действующий проект – это проект «Этномир» у нас. И вот три проекта, которые мы тоже планируем развивать в ближайшем будущем. Также видны у нас здесь на слайде. «Экотропы» – это такой уже полуреализованный проект, то есть одна тропа уже работает, и две тропы еще на подходе. Ну и надеемся, что «Газпром» когда-то примет нас все равно на свои производственные объекты в качестве экскурсантов. В дополнение к этноакселератору, да, то есть обучение – это обязательная составляющая. То есть я приверженец идеи, что учиться никогда не поздно. Ну и вот немножко похвасталась и готова рассказать о том продукте, который у нас является, наверное, титульным в деятельности для российского туриста. Это тур на край земли. Хочу здесь отступление сделать, что изначально Discover Ямал работал на иностранный рынок. И вот последние пару лет мы активно также зарабатываем популярность у российского туриста на наш продукт. И вот такой 4-дневный тур, краткий, ознакомительный, является самым востребованным, наверное,
на сегодняшний день среди российского туриста. Абсолютно легкий, доступный для семей с детьми, экскурсионная составляющая, обязательная этнографическая составляющая, куда, где мы посещаем этнографическое стойбище, при том, что это не туристическая аттракция, это действительно живущие в чуме, в тундре, кочующие оленеводы, к которым мы приезжаем в гости, формат гостевания, люди едут к людям, и ребята рассказывают, показывают о том, как интересно жить в тундре. Опыт для туристов — это просто вот вне всяких слов, там эмоции через край, как правило. Третий день на выбор активности, которые подходят для туристов, и последний день вылета. Да, чуть-чуть у нас картинка перескочила. Да, контакты там есть, можно также, если интересно, узнать у Натальи. И хотела бы показать небольшое видео как раз-таки по нашему такому туру. Если можно видео запустить. Зульфира, спасибо вам огромное за то, что поделились с нами своим опытом. Ну и, конечно, успехов в вашем нелегком труде развития этнокультурного туризма в арктической зоне нашей страны. Коллеги подсказывают, что у Анфисы тоже есть восхитительные роли, которые сейчас погрузят нас в проект нашего туроператора, даст возможность насладиться невероятными видами. Пожалуйста, технические наши службы, подключите наш ролик. Хочу сказать спасибо за предыдущий ролик и презентовать нашу замечательную программу «Кайнран». Это этнокультурная программа, она порядка 3 часов, самая популярная на сегодняшний день, которую мы предлагаем. Этнический тур, этническая экскурсия, если быть точными, около 3,5 часов. Вы сейчас видите нашу замечательную Ледина Кентину Чучулину. Это потрясающая наша камчатская артистка, которую можно увидеть на наших экскурсиях вживую. Здесь вот в Яранке она у нас стоит в электронном виде. На наших программах она поет у костра. Это блок глубочайшей этники, 120 ездовых собак, лошади, и еще и живет медведь на территории. Поэтому очень много животных, очень красиво и достаточно все организовано, на мой взгляд. Ну, а у нас с вами есть уникальная возможность в рамках нашего форума еще и разнообразить свою культурную программу и посетить комплекс. Спасибо. Безусловно, развитие туризма невозможно без тех, кто его создает, создает эти впечатления. Это наши туроператоры. Поэтому вдохновение вам, коллеги. Спасибо. И да, новых партнерских связей, новых идей для реализации в направлении развития туризма в ваших регионах. Вообще, на самом деле, когда мы говорим про туризм, мы сегодня говорим про те философские смыслы, которые скрыты в культуре, о том, что подходить к взаимодействию с
народами на наших территориях нужно крайне осторожно, крайне деликатно, а туристские продукты должны учитывать, этнокультурные туристские продукты должны учитывать те смыслы, которые транслируют нам наши партнеры, да, коренные, малочисленные народы на наших территориях. И, в принципе, кажется, что все красиво. Есть смыслы, есть туроператоры, которые готовы с этим трудиться. Но так ли нас считывает наша целевая аудитория? Так ли нас считывают те гости, которые ищут, в какой регион им отправиться в свое путешествие? И следующий вопрос, я хотела бы задать вопрос Александру Лукоянову. Саша, я знаю, что вы проводите огромное количество исследований в медиапространстве и медиареальности. Скажите, пожалуйста, на что стоит обратить внимание туроператорам, которые продвигают свой туристический продукт? С какими барьерами они могут столкнуться в реализации своей коммуникационной стратегии? И на что следует обратить внимание в первую очередь? Да, окей. Можно, пожалуйста, кликер только? Извините, пожалуйста. Так, можно презентацию, пожалуйста, запустить? Да, меня зовут Александр Лукоянов, я исследователь, и я изучаю то, каким образом медиареальность изменяет пользовательский сценарий, который сейчас существует. Кроме этого, мы изучаем рынки дизайна, туризма, коммуникации, высоких технологий. Думаю, что ни для кого из вас не секрет, что у нас в голове, да, есть нейроны, да, есть клетки, есть синапсы, которые связывают их и переносят большое количество энергии от одной клетки к другой. И на самом деле, чем больше человек занимается какой-то деятельностью, тем больше у него определенные пучки этих нейронов становятся более сильными, он чаще их использует. И коммуникация устроена абсолютно таким же образом. Да, мы приходим к этому выводу, это достаточно логично. И фишка в том, что за последние 15 лет, то есть с коммуникацией такая история была всегда, но за последние 15 лет она в значительной степени перешла в онлайн. А если мы говорим про туризм, да, как отрасль, в этой индустрии это прослеживается особенно четко, поскольку сейчас, если мы просто представим путь клиента, который он проходит, на самом деле каждый из этих этапов, он сейчас может быть реализован в сети, да, начиная от момента самого главного, когда человек вдохновляется, и он на самом деле совершает покупку задолго до того, как он приезжает на место. Не говоря уже о том, когда он дальше что-то бронирует, да, приезжает на место, ищет там какую-то информацию, и есть такой этап пост-трипа, когда он оставляет свой фидбэк, что очень важно. И мы, когда пытались думали над всеми этими точками касания, которые есть у разных продуктов и брендов с клиентом, мы поняли за вот несколько лет и огромное количество кейсов, с которыми мы поработали, которые мы посмотрели, что для успешного, эффективного вот взаимодействия этого коннекта и налаживания сильных вот этих связей между клиентами и продуктами и брендами нужно на самом деле соблюдать три элемента. Первое – это информационная архитектура. Да, важно понимать, то есть важно понимать, когда мы, с одной стороны, изучаем себя и свои бренды, либо конкурентов, а с другой стороны, проектируем, важно понимать, а где вообще про нас что-то может клиент найти. Если мы говорим про туризм, то на слайде вы видите, ну, такое максимальное, например, да, количество типов источников, на которых может быть информация. Но, как правило, для туризма достаточно точки сборки, да, там, если мы говорим про регион, это визит что-то там, либо это сайт какой-то компании, да, там, средства размещения и так далее. И, как правило, то есть, есть точка сборки, которая собирает на себе всю основную информацию, можно купить эту услугу, товар и так далее. И есть сети, которые создают регулярные коммуникации. То есть они нужны только для того, чтобы системно как-то взаимодействовать с клиентом и притаскивать его на эту точку, на точку сборки. Да, но помимо этого есть еще разные всякие штуки, движухи, коммуникационные кампании, которые подсвечиваются в новостях у партнеров и так далее. Но это ключевые элементы. Второй, самый, наверное, главный, ну, как минимум не менее важный элемент – это структура коммуникации. То есть мало того, чтобы информация где-то лежала, очень важно понимать, про что, собственно, вы на этих сайтах, в какой структуре ваш продукт раскладывается на вашем сайте, да, какая у вас систематическая структура, насколько четко там видны продукты, насколько легко человек за несколько кликов может ваш продукт купить. А самое главное, видит ли себя клиент на ваших сайтах, потому что зачастую мы видим, что продукты вроде бы круто, красиво упакованы, но человек ли чувствует, что это для него или нет. И вот на этом этапе очень важно разобраться, да, вы видите там примеры того, как это обычно делается, но очень важно тут на этом этапе разобраться,
собственно, какую структуру, вот для кого и что мы продаем. И третий элемент, то есть мало того, чтобы информация где-то лежала, мало того, чтобы информация была о чем-то и для кого-то, она должна быть на понятном визуальном языке и с понятным текстом для определенных аудиторий. Да, у нас также зачастую бывают штуки, что какие-то бренды, они пишут одинаково, что для хипстеров из Москвы, да, что, не знаю, для каких-нибудь финнов, которые хотят там оздоровительным туризмом позаниматься. То есть доброжелательный, понятный, попадающий в аудиторию язык. Если мы посмотрим на тему этнокультурного туризма на Дальнем Востоке, в арктической зоне, то мы видим следующую историю. Что касается архитектуры, на самом деле все достаточно неплохо. То есть если мы вообще, да, пытаемся посмотреть на поле вот, различных предложений в туризме, компаний, точек сборки, все достаточно неплохо. Почти у каждого из регионов есть свой визит что-нибудь там, да, там визит Нао, Югра, Камчатка, Якутия и так далее. Практически у всех компаний, да, есть какие-то свои сайты, посадочные страницы, есть там, не знаю, в соцсетке. Уже меньше информации, например, на том же TripAdvisor, от региона к региону как бы эта ситуация разнится. Достаточно много информации есть на различных сайтах там, администрации, на региональных порталах, на каких-то новостных порталах, не связанных напрямую с туризмом, ну и блоги. То есть, в принципе, с точки зрения вот такой архитектуры, информация она есть. Но если мы заходим чуть дальше и глубже и пытаемся посмотреть, а где же там этнокультурный туризм, каким образом он подсвечен? И тут мы сталкиваемся с тем, что на самом деле большая часть вот ресурсов, о которых я говорил сейчас, и сайтах компаний и прочих, тема этнокультурного туризма, она как бы не самостоятельная, то есть она не подсвечивается в какое-то отдельное направление. То есть он чаще всего падает у нас там, да, в какой-нибудь культурно-познавательный, если есть такие разделы, либо это может быть там, ну, по-разному, там, часть может быть в оздоровительном, часть еще где-то. Но это такая вот эклектичная штука, и оно как бы коммуникации по теме этнокультурного туризма, они не выделяются вот в нечто такое особенное, о чем мы уже говорили вот сейчас коллеги, да, что это нечто уникальное, когда мы как-то исследователи, может быть, пробираемся в какую-то определенную культуру, хотим что-то про нее понимать. Вот дискурс на таком языке сейчас не ведется у большинства людей, которые предлагают свои продукты вот, да, в этнотуризме. Строится часть обсуждений да, по поводу условно там толерантного отношения, может быть, к каким-то другим культурам, с которыми вам нужно ознакомиться. Но большая часть, она про такое вживание в роль. Да? То есть мы с того, что вот подсвечивается в инфополе, мы можем поесть еду, которую они едят, поездить на транспорте, которым на собаках, там, например, пожить в их местах и там еще что-нибудь, может быть, пообщаться. Но это, мне кажется, пока что не о том смысле, который сейчас говорили, что подчеркнуло бы уникальность именно этой темы. И получается такая история, что вот обсуждение смыслов, глубины какой-то исследовательской позиции к этой теме, оно сейчас больше в таком у профессионального сообщества. То есть это публикации, когда люди из туризма, у них было какое-то мероприятие, они сели это обсудили, как это круто, как это глубоко, а в продукты это не заходит. То есть вот коммуникации на уровне конкретных компаний, я ее там не вижу, по крайней мере. Если говорить о текстах и визуале, то тут ситуация разная. То есть всякие федеральные, всероссийские порталы, на которых есть предложения, про, связанные с этнокультурным туризмом, ну, они достаточно стандартные, неплохо упакованы, как и все другие регионы. Все, что касается региональных компаний, ситуация разная. Да, то есть мы можем встретить вот на первых страницах выдачи, когда человек что-то ищет, как сайты с такой более, ну, может быть, устаревшей упаковкой, да, не соответствующей современным стандартам, или какими-то текстами, похожими на тексты из Википедии. Да, но бывают и прям хорошие такие истории, тут ситуация разная. Но с точки зрения визуала, опять же, если мы смотрим, вот бывают скопом различные продукты у компании, вот эти лица, условно, да, или эти народы, они вот в визуале не сильно прочитываются. То есть, как правило, мы видим там природу, северное сияние, собак, медведей, оленей, людей там гораздо меньше. Опять же, вот из того, что я увидел. И в связи с этим у меня есть пара идей касательно того, куда, в принципе, можно двигаться. Все, буквально минута. Вы наверняка знаете такую тему глэмпинга, да, что еще лет 5, 6, 7 назад она была крайне, ну, она не была настолько популярной, как сейчас. И на самом деле вот ассоциация глэмперов, они тоже являются нашими партнерами, мы им там методички помогали делать. Они сделали вот за несколько лет достаточно серьезную работу, которая привела к тому, что сейчас, если мы думаем про глэмпинг-туризм, у нас есть понимание четкое продукта, из каких он составляющих, есть понимание клиентов и ниш, на которые они бьются, есть свои методики, есть свои стандарты, есть люди, которые взаимодействуют с государством, умеют это хорошо делать, а главное, есть сообщество, которое всю эту историю защищает и сохраняет. Да, то есть в принципе, мне кажется, что вот, серьезный такой, ну, серьезный сдвиг вот именно в этнокультуре,
культурном туризме как отдельном направлении, он мог бы лежать в этой плоскости. То есть на первом шаге, если мы говорим о коммуникациях, информационном поле, важно вот это сообщество собрать. То есть те, кто вообще осознают себя реально разработчиками, проектировщиками этнокультурного туризма, важно этих людей собрать и понять, а что вообще у них за продукт, а что они реально могут делать, как они это видят, как они это осмысляют. И вот первая штука, она должна быть такая внутренняя, на внутреннюю сборку. Когда уже мы разберемся с этой частью, можно уже идти, на мой взгляд, в какое-то внешнее позиционирование. И там, опять же, может быть большое количество ниш, но вот если говорить о таких более-менее крупных, к примеру, это могут быть, ну, такой условно более массовый туризм. И вот возвращаясь к темах, которые сегодня затрагивали, этических, на мой взгляд, современные технологии и есть уже такие кейсы, позволяют сейчас создавать, ну, некоторые такие продукты с эрзац-демонстрацией, то есть с формированием потока рядом с коренными народами, чтобы не внедряться в их жизнь. Да, и безусловно, опять же, если вспомнить, из чего состоит большая часть продуктов, они как раз о том, чтобы поесть, поспать, да, посмотреть как-то там условно на эту культуру, на какие-то обряды, и как-то прокатиться. То есть немножко погрузиться в эту сферу, прочувствовать на себе, на своей шкуре эту жизнь. Но не обязательно вмешиваться в жизнь людей. Это можно создавать как бы, да, различные условия для того, чтобы это, ну, условно имитировалось. И во многом, может быть, людям это будет достаточно. А более узкая аудитория, она как раз может быть, ну, некоторыми такими исследователями, те, кто реально хочет глубоко копнуть понимание этих ценностей, о которых, да, вот Пьер Кристиан сегодня говорил. Понимание тех каких-то глубоких смыслов, того вообще, зачем эти люди так живут, почему они так живут. Не просто, да, прийти и поесть с ними там, да, рядом из одной тарелки, условно. А как раз-таки разобраться вот в какой-то глубине того, как эти люди действительно что-то проживают. И вот даже эти две ниши, это будет, естественно, более дорогая ниша, более малочисленная, да, извиняюсь за такой оборот. А, вот, мне кажется, вот в этом ключе лежит серьезная перспектива вот, выделения этнокультурного туризма как отдельного направления и с точки зрения содержания информационного поля. Спасибо. Спасибо, Александр. Среди нас у нас еще один исследователь, человек, который имеет, ну, просто невероятный бэкграунд в части и социологических исследований, и в качестве географа. Варвара, поделитесь, пожалуйста, своим мнением о том, как нам выстраивать эту работу по развитию этнокультурного туризма. Нужно ли вообще его развивать как отдельное направление? И что нужно учитывать, когда мы проектируем, моделируем это направление? Спасибо большое, Наталья. Да, так меня представили пафосно, что мне сейчас хочется сказать «да, я все это» и выйти просто, чтобы ничего не испортить. Мне кажется, на самом деле сейчас важнее, я вот сегодня, сидя в этом кресле, наверное, важно будет сказать, что я работаю на кафедре, которая, собственно, занимается изучением межэтнических отношений, нацполитики и так далее, и так далее. Поэтому мы в силу вот этой специфики сталкиваемся. Я в основном в рамках акселераторов, как экспертное там, сопровождение с различными инициативами, как раз вот связанными так или иначе с этническим компонентом. Вот. И очень много из того, что говорили сегодня коллеги, ну, просто супер созвучно с тем, что я там попыталась себе в качестве плана, да, в своем каком-то выступлении зафиксировать. И первое, наверное, о чем я хотела сказать, вот этот вопрос, делать ли этнический или этнографический туризм отдельной какой-то стезей или вписывать его во что-то. Да, на самом деле это выбор человека, который этим занимается, да, и выбор тех людей, собственно говоря, коренных, малочисленных, да, а у нас этнический туризм ассоциируется в первую очередь именно с ними. И очень важно, что это их выбор, хотят ли они в это включаться или нет, где, когда, и это как раз вопрос о создании уникального какого-то продукта. И вот очень часто в рамках работы с, ну, инициативами, с проектами, какими-то идеями, я просто говорю о том, что давайте посмотрим о вообще всем спектре, который может предложить этнический туризм, да, это ощущение, это какой-то содержательный контент, это вкусовой контент, я не буду приводить примеры, мы все вот эти два дня прекрасно на себе это все проверяли, да, это тактильные ощущения, да, и на этом можно строить фишку какую-то, это звуковые ощущения. Этнический туризм здесь имеет совершенно колоссальные, опять же, возможности, свои целевые аудитории и так далее, и так далее. И вот у всей, по-моему, публики вызвал восторг конкретный, да, вот продукт инициативы, поддержанный фондом и так далее, и так далее. Я же при этом увидела в данном проекте еще какой потенциал. Мало того, что он масштабируем, ведь какую целевую аудиторию он еще захватывает. Сейчас природные парки, природные территории, например, ставят перед собой задачу
включить как можно больше разной аудитории, в том числе, например, малоподвижное, да, маломобильное население. И вот эта вот история позволяет, например, той целевой аудитории, которая, ну, физически не может достигнуть каких-то удаленных территорий, где на самом деле проживает малочисленный народ, да, или даже каких-то не очень удаленных, но все равно в силу своих особенностей, получить уникальный какой-то экспириенс, да, уникальный опыт и ощущения вот буквально там в пределах города. Да. Вообще современные технологии в этом плане, они, конечно, ну, дают потрясающий такой разгул для фантазии, в том числе для развития этнотуризма. Мы сейчас с коллегами из университета из Нижнего Новгорода, например, придумываем и ищем варианты, как вписать их навык работы с дополненной реальностью, да, то есть технически ручками они умеют создавать, в какие-то полезные вещи для там, природных территорий, для туристической отрасли, и так далее, чтобы действительно приносило пользу. Вот. И в этом смысле, ну, вот как я уже сказала, каждый решает сам для себя. Главное — сохранить баланс между интересом бизнеса и интересом, собственно говоря, самого народа. Второй момент, который тоже созвучен вот с коллегами, это относительно ресурсов. Абсолютно согласна, что зачастую ищут люди себе какие-то ресурсы, ну, в первую очередь финансовые, только вот как бы по прямой линии. Туризм — значит то, что поддерживает туристическую отрасль. В этом смысле этнический туризм и вообще тема, связанная с этничностью, сейчас получила очень большое внимание с точки зрения федеральной власти, ну и дальше спускаемся на регионы и так далее, в рамках нацполитики. То есть, например, с 2017 года действует всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика», да, по направлению укрепления в межэтнических и там, межконфессиональных отношений. Соответственно, вот здесь как раз опять речь про кооперацию. Если муниципальная власть и, собственно говоря, местное сообщество, к ним бизнес, в партнеры, найдут вот эту точку соприкосновения, то шикарные можно получить поддержки материальные, да, для конкретных поселений, для конкретных точек муниципалитетов. И вот по предыдущим, по крайней мере, годам, видим, что количество таких заявок растет, то есть там в 2018 году это 40 регионов участвовало из 85, да, потом 75, потом 85. Дальний Восток, пока, не буду говорить за всю как бы Арктику, да, но вот Дальний Восток пока, давайте скажем так, обладает очень большим потенциалом к участию. Да, то есть еще есть куда расти. Вот, и мне кажется, что эту историю надо развивать, а здесь включается формат обучения, то есть, наверное, нужно, чтобы местное сообщество, региональное, от власти, от НКО, от тех, кто умеет, вот только что был там пропознавательный туризм, научило, как, может быть, доделывать эти заявки, да, как вот формировать этот продукт, чтобы можно было пользоваться этим инструментом поддержки. Вот. Фонд Тимченко «Культурная мозаика малых городов и сел». Шикарная история, причем, опять же, стоит просто пошире посмотреть на свой продукт, на свою цель, и ты получишь эту поддержку, я знаю, не понаслышке, потому что в 2014 году, опять же, если говорить про Камчатку, всего два проекта воспользовалась пока в 2014 году и в 2017 году соответствующей поддержкой. В 2014 году мы сначала уперлись, что называется, в свои экологические цели, экологическо-познавательные, а потом мы просто подумали, окей, а какой выхлоп-то из этого вот более широкий, потому что все в системе. И мы поняли, что вот эта наша экологическая история очень хорошо сочетается, собственно говоря, с сохранением культуры, с передачей ценностей молодым поколениям, с тем, чтобы удержать людей на месте, и созданием рабочих мест и так далее, и так далее, и так далее. И мы таки выиграли это, да, вот этот конкурс и сделали проект «Новые горизонты Южной Камчатки». Вот, второй, как я сказала, проект, это не наш, в 2017 году был, вот, в Тигеле. И, собственно говоря, что еще мне кажется важным во всей этой истории сказать, это то, что, опять же, как коллеги сказали и вспомнили, кстати, про поморов, вот тогда я про них и скажу, да, не всегда обязательно привязываться прямо к локальности, где есть эти самые малочисленные народы, и пытаться туда привести, нанести людям счастье, да, а другим вот показать, для того, чтобы, ну, создать какой-то опыт. Очень важно не наврать, я извиняюсь, и не пытаться выдать, да, не сделать клюкву, то, что сейчас говорят, не наврать и не сказать людям, вот, знаете, вот это вот здесь, вот все так и было, мы прекрасно знаем, к чему это приходит, это только вредит сохранению культуры, начинается там излишняя демонстрация и так далее, и так далее. Но при этом вот, есть
хорошие примеры, опять же, там, поддержанные фондом президентских грантов, Новодвинск, он мало имеет отношения к Поморам, честно говоря, да, это город совершенно про другое. Но, тем не менее, Новодвинск сейчас стал как бы центром поморской варежки, просто потому что там местное сообщество, да, они вот были люди, которые готовы были сохранять культуру, были бабушки, которым было интересно вязать эти узоры, и были еще, ну, как я говорю, такие вот энтузиасты, да, сумасшедшие в хорошем смысле слова, которые помогли написать заявки, поддержали и так далее, и так далее. В результате Новодвинск стал вот таким местом, где можно пронаблюдать, да, почувствовать, соприкоснуться с этой культурой. Ну и, собственно говоря, если вот про риски и про то, что важно помнить, на мой взгляд, и понимать, когда этнокультурный туризм развивается, этнический туризм, а мы говорим, что это новый вектор развития, по крайней мере, позиционируется как новое, да, и, может быть, мы... Дальний Восток, Арктика будет тем регионом, который не наступит на традиционные грабли, да, вот заранее чуть-чуть учтет то, через что прошли на самом деле практически все вот страны, регионы, которые развивают этнотуризм. Можно я задам такой вопрос в зал? Вот сейчас здесь присутствует, мы говорим про этнотуризм, да, ассоциируем в первую очередь с коренными малочисленными, ну, в данном случае народом севера. Есть ли здесь представители коренных малочисленных народов севера? Супер, один человек, да, из всей аудитории. Есть ли среди вас единственный тот, кто занят, собственно говоря, в турбизнесе? Вот, один единственный человек, да? О чем это говорит? Это говорит о том, что мы здесь сидим и придумываем, как нанести людям счастье в основном. Очень здорово, когда на площадках таких, да, появляются, собственно говоря, эти самые люди. То есть когда малочисленные народы или те народы, уникальность этничности, которые, уникальность культуры которых, да, наследие которых мы преподносим как нечто для демонстрации, для, извините, продажи, да, а, собственно говоря, сами в этом бы побольше участвовали, и, то есть, грубо, ну, говоря языком сухим, становились бы не только объектом, но и субъектом всей этой истории. Да? Вот. И поэтому... Мне кажется, очень важна вот эта история вовлечения, опять же, на уровне всех как бы ступенек. Вот. Второй момент – это то, что малые народы категорически чувствительны к элементам своей культуры, иногда к территории, иногда к определенным обрядам и так далее, и так далее. Очень здорово, когда у них остается право что-то сохранить себе, да, и не надо вводить мои сакральные там. В некоторых территориях это сакральные рощи, да, где-то болото, где-то это там просто побережье, ну, в общем, у всех свое, или какие-то, пожалуйста, не нужно демонстрировать все то, что мы там делаем только в узком кругу, да, вот здорово, когда у них остается право на вот это вот разделение, да, вот в этом мы готовы, и мы сами хотим включаться в бизнес, получать дополнительный источник дохода, сохранять культуру таким образом, вовлекать молодежь и так далее, но вот это вот для нас важно оставить в рамках, ну, какого-то определенного сообщества, как Пьер говорил, да, очень специфическая такая социальная структура, социальные отношения и так далее, для многих это важно. Вот, ну и, собственно говоря, я думаю, что мы, многие из нас понимают, что неприятное ощущение быть заложником чьих-то идей, даже если это бизнес-идеи. Или особенно, если это бизнес-идеи. И вот чтобы коренные малочисленные, да, не стали заложниками бизнес-идей турбизнеса, мне кажется, сейчас очень важно поставить себе просто там колонтитулом во всем, да, такой принцип «не навредить». И вот с каждым принятием решения в развитии бизнеса, в формировании турпродуктов, в подписании договоров, в кооперации с властью, чем угодно, не навредить. Вот. Ну и, наверное, заканчивая, я очень люблю фразу о том, что такое пространство. Да? Вот пространство можно трактовать по-разному. Что такое пространство Арктики, что такое пространство Дальнего Востока. Мне нравится такой подход, что пространство – это территория, наполненная смыслами. Вот туризм – это тот как бы механизм, да, тот инструмент, который как раз, ну, от сердца к сердцу, как угодно, но он наполняет смыслами. Будет здорово, если мы действительно наполним какими-то гуманистическими, хорошими, правильными смыслами, которые приведут к, ну, пресловутому устойчивому развитию, да, а не к выгоде прямо сейчас. Туризм – это всегда, развитие туризма – это всегда компромисс между выгодой сегодня и неопределенностью на завтра. Но вот хотелось бы, чтобы смыслы у нас были такие, не навредить. Спасибо. Спасибо, Варвара.
Уважаемые коллеги, я благодарю вас за ваше внимание к такой, на мой взгляд, очень значимой и деликатной теме развития этнокультурного туризма в Арктике. Я благодарю спикеров за то, что вы поделились своими идеями, опытом, наработками и видением развития этого направления. Да, действительно, туризм сегодня – это стратегический приоритет в развитии арктической зоны. И мы на самом деле имеем колоссальный потенциал, этнокультурный потенциал в этом направлении, то, о чем говорил Пьер. И здесь очень важно, с одной стороны, использовать все возможности для развития этого направления, а с другой стороны, брать на себя ответственность за то, что мы прикасаемся к святая святых, к культуре народов, и трепетно относиться к этому. А самое главное, перед тем, как начинать что-то проектировать в этой области, заставить себя поисследовать это направление во взаимодействии с тем сообществом, с которым мы пытаемся, смыслы которых мы пытаемся ретрансформировать, транслировать вовне. И, на мой взгляд, вот то, что говорил сегодня Александр, это крайне важно. Сначала определиться с нашим позиционированием, и только потом армии выходить в медиареальность, в медиапространство, чтобы правильно суметь донести то, что мы хотели вложить в свои туристические продукты. То, во имя чего мы, собственно говоря, тратим свое время, усилия и возможности иногда. Спасибо вам огромное, коллеги. Да, сейчас у нас будет буквально 5 минут на вопросы. Мы готовы ответить, да, конечно. Здравствуйте, уважаемые спикеры, уважаемые друзья. И хотелось бы мне вот про этнический туризм немножечко тоже вот рассказать, потому что мы занимаемся уже более 10 лет и включаемся в этот процесс и продвигаем на всех форумах, форсайт-сессиях этнический туризм. И буквально там 3 года, 2 года, 5 лет тому назад это вообще было никому не интересно, и все говорили только о природе. И каждый раз, капая, вот потихонечку говоря о том, что наши смыслы, наши ценности, наши традиции, они важны, они интересны, они раскрывают много хороших вот мудростей и полезностей для человека простого, что не обязательно ехать в Индию, да, можно приехать там на Алтай, можно приехать на Камчатку и получить мудрость от коренных народов. И наконец-то мы увидели сессию «Этнический туризм». Это очень здорово, я вижу, что 12 лет прошли не зря. Спасибо большое, может быть, все-таки кто-то услышал. Но что интересно, потому что вот у нас создаются питомники, создаются этнические там какие-то пространства, да, не только на Камчатке, но и на Чукотке, и в Магадане, и в других регионах России. И, в общем, мне хотелось бы тоже задать вот такую тенденцию, чтобы каждое место, оно вычленяло уникальную особенность. Потому что корякский народ живет и на Магадане, и на Чукотке, и в Якутии, и на Камчатке, да. И если вот я, турист, еду сначала в Магадан и прихожу, я хочу познакомиться с коренными народами, я знакомлюсь с корякским народом. Приезжаю на Камчатку, я опять знакомлюсь с этим же народом. То есть мне хотелось бы, чтобы все, кто занимается этническим туризмом и вообще туризмом, и особенно мы, коренные жители, тоже вычленяли, что раскрывать, чтобы быть непохожими с другими регионами России или мира. У всех яранг, у всех чум, у всех там шкура оленя, мясо, да, вот. И вычленять вот то, чтобы оно вот преподносилось уникальным, понимаете? Потому что для нас, как для региона, важно отличаться. А все традиции каждых из этносов, они действительно отличаются друг от друга в разных подкриках, в приготовлении еды, в одежде, в национальных жилищах. Да? И если мы будем вычленять это, да, и не скупиться на это, и стараться создавать достоверные элементы, объекты наших культуры и традиций, то тогда мы будем уникальными. Потому что часто мы построим шалашик, да, такого типа, ну все, это вот корякское, чукотское, там и венское, и тельменское, и все-все-все, да. Построим еще здесь что-то. А это, и вот, понимаете, столько искажений встречаем, столько вранья, что вот
просто сами наши камчатские жители, уже маломальски что-то понимая между, ну, среди нас коренных, да, они это уже замечают. В орнаментах делаем берингию, ставим орнамент ханты-мансийский, создаем какой-нибудь объект, вон как в центре города этнодеревня, тотемы индейские, клинкитов из Америки, да, делаем глэмпинг, ставим... сейчас я вам скажу, ловец снов наших соседей американских, да, что мы продвигаем? Что мы продвигаем? Кого мы продвигаем? Хотя у коренных народов, у корякского, тельменского, венского, чукотского, алеутского свои ценности, свои охранители, свои орнаменты, свои смыслы, с которыми мы готовы делиться. Поэтому, дорогие друзья, туроператоры, жители, все, кто заинтересован в том, чтобы... раскрывать сердце Камчатки, природа, она шикарна сама по себе. Но самое главное, сердце земли, региона, пространства – это люди. И тельмены здесь живут более 13 тысяч лет до нашей эры. Корякский народ пришел 6-7 тысяч лет, да, вот до нашей эры, по раскопкам археологическим. Чукотский народ спустился с Чукотки. Алеутов завезены с Америки благодаря российско-американской компании. Айны у нас приплыли с японских островов, да, на юг Камчатки. Эвены пришли из маньчжурской территории, по всей территории России у нас живут. Но давайте вот это уникальность каждого из этносов вот преподносить вкусно, красиво, со смыслом, вот с духовными ценностями. А у нас превращается все на поверхности, а вот глубину мы мало берем. И что я вам хочу, как коренной житель, который заинтересован в глубине, когда мы приходим к туроператорам там, или еще что-то и рассказываем, да, то многие, они отказываются, вот как это на деревне построено. Им рассказали, что можно поставить, где можно поставить. Нет, они от этого отказались и взяли просто то, что распиарено. А распиарено, или как там распространено, вот распиарено, да, божество американское. Клинкитов, атабаски, там еще другие этносы, да. Они у нас везде вот со своей атрибутикой. Но... я думаю, что настало время при развитии этнотуризма в России, когда мы возродим, поднимем из глубины наших предков вот все самое ценное, аккуратно и внимательно, как вы говорите, упакуем и преподнесем нашему человеку, который будет приходить из других регионов, и жителю, который здесь живет. Потому что и многие жители, они не понимают. Вот у нас, наконец-то, мы добились, чтобы арт-объекты появились с коренными жителями. Ну, в плане того, этнический арт-объект. Тогда же сами местные говорят, что вы здесь националов нам? Понимаете, невежество, оно повсюду. И с этим невежеством нужно вот культурно справляться. Да? Вот, поэтому то, что вот вы сейчас задали, вот это направление вектора этнического туризма, это правильно. Ведь наши центры регионов – это культурные центры. И когда здесь будут у нас уже в визуальном образе, как говорит Александр, включены продукты нашей этнической жизни, да, правильно интегрирован орнамент, вот даже здесь вот есть орнаменты, и вон у нас разные всякие орнаменты. Вот, и, конечно, с нами, с коренными жителями, надо советоваться. Я знаю, спасибо, что мы можем визуальный образ каждого города, региона, самого центрального, так создать, чтобы ты заходишь и понимаешь, что это этнический регион, что здесь коренные жители жили и до сих пор живут, а не только в книгах или на голограмме. Вот. Поэтому, дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы поднимаете вопросы, делитесь хорошим опытом, интересными знаниями и механизмами, потому что для нас это важно. Я надеюсь, что традиционные грабли мы будем обходить стороной, и этнический туризм в России продвигать очень успешно, правильно, экологично и бережно по отношению к коренным жителям. Спасибо большое. Спасибо вам. Ну что же, уважаемые коллеги, наша сессия подошла к концу. Благодарю вас всех за такую интересную сегодня дискуссию, интересную беседу. И я уверена, что теперь мы все-таки немножечко под другим углом будем смотреть на проектирование туристских продуктов в арктической зоне нашей страны и учитывать голос локальных сообществ и коренных народов, которые населяют эти земли. Спасибо.
дорогие граждане.